Хочу показать вам свои последние кухонные миниатюры, так я их называю, потому что я их пишу, правда, на кухне. И они все небольшого размера. Вот эта работа была написана с натуры. Таких сюжетов у меня много с лимончиками. То есть в течение нескольких дней я их писала. Вот такая работа. Все работы можно найти в каталоге. Ну, вот совсем маленькие работы по 500 рублей. Какие-то я в каталог внесла, какие-то еще нет. А побольше работы смотрите в основном каталоге. Вот эта работа мне понравилась самой, поэтому я ее в каталог, по-моему, за 3000 выставила. Но есть вот хорошая альтернатива, работ поменьше. Еще были лимончики. Ну, что-то я их, видимо, еще не донесла с кухни. Они там отлично сушатся на холодильнике, на кухонном гарнитуре, поэтому пока там. Потом буду снимать следующее видео и покажу. То есть вот 500 рублей. Так, вот эта работа. Может быть, кто-то узнал в ней меня. Это, правда, автопортрет. Я буду подробнее рассказывать об этих автопортретах в другом видео. Не знаю, когда у меня руки дойдут до этого видео. Я его хочу снять уже несколько месяцев. Вот одна из этих работ. Написано на картоне. На загрунтованном с двух сторон картоне. Размер ее 13 на 14 сантиметров. Такой вот широкий переплетный картон, 3 миллиметра. Яркая, выразительная картина. Тоже 500 рублей. Так, дальше. Вот эту работу я написала по фотографии, которую мне дала моя соседка. Это фотография Переславль-Залесский. Красивая фотография была. Но когда она мне скинула своего айфона на мой Android, фотография какая-то вообще безликая стала. Без объемов, без теней вообще. Я что-то даже так расстроилась, что вроде бы у меня очень хороший телефон, но как у нее iPhone передает объем, перспективы, вообще вот атмосферу зимнего города вообще не передать просто словами. Поэтому я прям задумалась над приобретением iPhone. Ну, конечно, цена пугает. Вот такая работа. Так, ее размер 19 на 14,5 сантиметров. Ну, тоже пусть за 500 рублей будет. Кому интересно, пишите на почту. Так, следующая работа. Следующая работа из серии... Не хочу называть цветы, портреты. Давайте будем называть просто портреты. Хотя подтекст близких мне людей, конечно, понятен. Близким мне людям. Ну, что-то многие обижаются, что я так изображаю святых. Поэтому вот портрет. Размер совсем небольшой. 10 на 15 сантиметров. Картон. Масло. Ровненький картон, ничего не повело. Видите, да, какая ровная? Потому что загрунтована с двух сторон. У меня уже весна, посмотрите, в вазах на столе. Март, отличная погода, выпал снежок, правда. Так. Давайте следующие работы из этой же серии. Здесь с использованием патали. Кусочек вот патали там справа. Под разными углами света переливается.
Сейчас у меня и искусственный, и дневной свет. Вот так вот. Такая работа. Тоже стоимость 500 рублей. Присмотритесь, может быть, вы увидите свою работу. Захотите приобрести. Такие вот мазочки. Так, давайте следующее. Вот эта работа мне самой на самом деле очень нравится. Я ее написала буквально несколькими мазками. Все, что оставалось там с палитры. Но насколько она мне показалась выразительной. Сейчас скажу размер этой работы. 12 на 15 сантиметров. Тоже здесь использование патали меняет цвет при разном освещении. Думаю, очень красиво будет смотреться она в оформлении, эта работа. Я даже вот снять не могу, показать, насколько интересно объем передан. Надо, видимо, подальше совсем поставить. Вот. Так вот видно хорошо, как падает свет, как передан тени. Буквально вот, вот тут два мазка, здесь один, третий, четвертый, 5-6 мазков, 20 я сделала. И все. Но мне нравится самой, то есть эта работа мне нравится больше, например, вот, чем вот эта. Потому что здесь я писала, писала минут 15. Даже не влазит в объектив. Сейчас скажу, какой у нее размер. 15 на 18. Ее уже можно найти в основном каталоге. Я ее выставлю за 1000 рублей. Подарок могу доставку сделать. Смотрите, вот такого же размера. Дальше идут вот такие грибочки. Тоже за 1000 рублей в основном каталоге можете найти. Мои грибочки любимые. Их я пишу уже не по фотографии. Они постоянно живут в моей голове. Это моя любимая тема. Я буду их писать, писать, писать. Мне кажется, они мне никогда не надоедят. Насколько я их люблю. Карты, часы, мухоморы. Они всегда будут присутствовать. По крайней мере, последние года еще точно часто будете их встречать в моих работах. Потому что нравится. Ну вот, ничего сделать не могу. Смотрите, как красиво они смотрятся на фоне зелени. Давайте так поставим. Вот такая красивая композиция весенняя. Кого заинтересовало, пишите на почту. Так, ну вроде все. Показала, что хотела. Вот эту работу, не знаю, показывала, нет. Это холст, льняной загрунтованный холст. Сейчас скажу, какой размер. Так, 18 на 20. 18 на 20 тоже можете пройти в каталог и посмотреть, сколько стоимость. Я уже не помню, какую стоимость поставила на нее. Ну вот, друзья, все работы, которые я хотела показать вам. Спасибо за внимание. С тех пор, как начала писать на кухне, стало появляться много работ. Выкладываю в каталоге. И решила вот оформить такую небольшую работу. Она на холсте. Но не наклеена ни на что, просто на холстике. Поэтому вот у меня есть такие две рамки. Одна со времен Икеи, но у нее окошечко маленькое. Как-то не хочется это окошечко увеличивать. И есть вот такая рамка из фикс-прайса. У нее, наоборот, окошечко больше. Поэтому, наверное, я сейчас вот эту распакую рамку. Она пока в пленке. И сверху еще сделаю второй паспорту, чуть поменьше, будет как бы такой двойной паспорту.
Вот я вырезала окошечко. Это, кстати, картон специальный для паспорту. Есть у меня несколько листочков. Поэтому вот сейчас наклею работу и оформлю уже в рамку. Конечно, в рамке работа будет смотреться выигрышнее. Тут главное попасть. Ну, вроде попала. Кошечко свое. Так. И вот так. Вот. Не знаю, темновато, наверное, получилось. Тут как-то у меня там зарезалось много. Ну ладно. Но в темной рамке паспорту уже смотрится и не так темно. Так, это все уберем. Опс, пала. Вообще у меня была идея еще поставить вот эту беленькую паспорту. Ну, как бы вот белая, и там окантовочка зеленая, черная рамка. Ну, думаю, перебор это будет. Поэтому вот так мне нравится, в принципе. Необычненько. Как вам, друзья? Светится прям работа в таком оформлении и в таком антураже, кстати. Антураж тоже очень много значит в фотографии. Мне нравится. Пока оставлю так. Надо только сзади еще картоночку ставить. И все.